Новый корпус детского сада «Асундуса» рекордными темпами возведен на месте старого здания, снесенного в конце прошлого года. Осталось чуть-чуть потерпеть, и здесь будет создана современная среда для обучения и развития детей. Улучшатся условия труда персонала. На крыше засверкают солнечные панели, что будет означать низкое энергопотребление. Это очень актуально в наше время. Также у детишек, наконец, появится новый спортивный зал. Несмотря на то, что стоимость строительства сильно выросла, и теперь на каждый объект необходимо выделить по 4-5 миллионов евро вместо прежних 2-3 миллионов, в стадии проектирования сейчас находится около 15 садиков, а прямо сейчас непосредственно строятся 4, как раз один из них – Асундуса. В следующем году будет еще около 5 примерно детских садов также запущено в строительство, поэтому можно сказать, что мы пока сохраняем заданный темп к 2030 году отреновировать все детские сады города Таллина, которые в реновации нуждаются. Но понятно, что если ситуация будет усложняться также и дальше, в ближайшие годы, то, конечно же, эти темпы придется так или иначе пересмотреть уже просто по независящим от нас причинам. После реконструкции в детском саду «Асундуса» в старом и новом корпусах будет работать в общей сложности 10 групп. Это один из 125 муниципальных детских садов столицы. С каждым годом таких новеньких до с иголочки становится все больше. Таллин полностью поддерживает установленные требования здравоохранения в отношении дошкольных учреждений. В соответствии с ними, не позднее 2030 года, они все должны быть приведены к высоким и современным стандартам. В столице неотреставрированных зданий осталось чуть более 70, и в последующие 7,5 лет набранный темп в этом вопросе снижать никак нельзя. Сегодня как от городских чиновников, так и от персонала «Асундуса» звучало много слов благодарности строителям за быструю и качественную работу. Ну, несмотря на то, что происходит сейчас в мире, и как вообще все это влияет на весь строительный сектор, данный объект у нас идет по графику, мы действительно... У нас все работы проходят вовремя, слава богу, и будем надеяться, что дальше будут также работы проходить по графику, и новый корпус детского сада будет готов в ноябре этого года. Стоимость работ здесь, включая внутреннюю обстановку и современную технику, составит 3 миллиона 240 тысяч евро. К сожалению, стоимость работы материалов повышается с каждым месяцем, но приоритеты Таллина не меняются. Во что бы то ни стало, достроить то, что уже строится, и не отменить ни одной стройки, запланированной на ближайшее время. Илья Бань, Мартейн Ло, новости Таллина.